Студент 4-го курса Саровского физтеха Сергей Евстратов готовится стать бакалавром в области прикладной математики и информатики. До защиты диплома остались считанные месяцы, которые ему предстоит потратить на изучение литературы и научных статей. Свободное от подготовки дипломной работы время Сергей старается занять общением с друзьями и интересными делами. На предложение поучаствовать в интеллектуально-развлекательной викторине «Двойной отрыв» согласился, не раздумывая. Тут ребята сказали, что будет баттл между парнями и девчонками. Захотелось девчонок, конечно же, выиграть, потому что, парни же лучше всегда. Это же правильно, да? Команде юношей и команде девушек предстояло выяснить, кто из них самый сообразительный и подкованный в области современной музыки, советского и зарубежного кинематографа. Студенты отгадывали зашифрованные в ребусе названия песни, продолжали фразы героев в отрывках из фильмов. Участники старались дать максимальное количество правильных ответов. На обсуждение командам давались считанные секунды. Это происходило сегодня очень спонтанно, просто и прилетали идеи разные. Будущий инженер, программист, конструктор Алиса Казакова, староста курса. Точные науки девушка полюбила еще в школе, а после окончания физико-математического лицея сделала выбор в пользу технического вуза. Алиса активно участвует в общественной жизни Саровского физтеха и занимается медиа-центром. Результатом своей команды Алиса довольна на все 100. По итогам вечера девушки заняли первое место. Было классно, весело. Потанцевали, погадали. Узнали фильмов много старых, которые нужно посмотреть, советских. Это развивает. То есть... Отучился там, не знаю, по 5-3 дня посидел, пришел, поиграл, прям расслабился, с друзьями виделся лишний раз. Участники молодежного микса «Двойной отрыв» получили дипломы и сувениры. Специальный приз вручили также самому активному зрителю. Дарья Цыпарыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.